В марте в Каннах пройдет международная выставка инвестиционной недвижимости. Бренд нашего города впервые зазвучит на одном из самых авторитетных и престижных экономических форумов планеты. Экспозиция на Лазурном берегу ежегодно собирает наиболее влиятельных экспертов международного рынка недвижимости, инвесторов, архитекторов, госслужащих и финансистов. В этом году на МИПИМ-2014 Россия объявлена страной почета. Под эгидой Минрегиона на форуме впервые будет организована единая российская экспозиция в павильоне общей площадью 1500 квадратных метров. В составе сборной страны, состоящей из 25 субъектов, свой инвестиционный потенциал продемонстрирует и столица Чувашии. 6 проектов в сфере строительства, туризма, отдыха и гостиничного бизнеса на общую сумму 180 миллиардов рублей. С таким инвестиционным портфелем поедет Чувашия в Канны. Выставка, считаю, позволит заявить о регионе, о городе Чебоксары, как об уникальной площадке для привлечения международных инвестиций. Возможно, нам удастся привлечь международных специалистов развития территорий, которые помогут вывести регион и развитие региона и развитие города Чебоксары на новый уровень. Жилой микрорайон под названием «Новый город» обещает стать украшением Чебоксар и одним из самых комфортных мест для проживания. Здесь построят свыше 1 000 000 квадратных метров жилья. В проекте блок секции в 11, 13 и даже в 17 этажей, а также дома коттеджного типа. В новом городе жизнь организуют по-новому. Спортплощадки из дворов вынесут в отдельные зоны отдыха. Стадионы будут рядом со школами. Построят многоуровневые стоянки и подземные паркинги, а еще бассейны, магазины, кинотеатры и рестораны. Словом, все то, что нужно для комфортной жизни взрослых и детей. Новый город свяжет Чебоксары с Новочебоксарском и в перспективе способен превратиться в мегаполис с населением в 600 тысяч человек. Стоимость проекта почти 39 миллиардов рублей. А это Чувашия этническая. Одноименный проект по созданию в республике туристско-рекреационного кластера также презентуют на МИПИМ. Его реализация предусматривает строительство 2 этноэкологических комплексов «Ясно» в Чебоксарском районе и «Амазония» на территории столичного парка культуры и отдыха имени 500-летия города Чебоксары. Общая площадь строительства туристских объектов составляет 246 тысяч квадратных метров. Ожидаемый эффект от реализации проекта – увеличение туристского потока в Чувашию в 3 раза, до 747 тысяч 600 человек. Перспективность этого инвестпроекта уже оценена на федеральном уровне. Этническая Чувашия в 2013 году включена в федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации до 2018 года. Его стоимость – 7,5 миллиардов рублей. Из них 5,6 миллиарда рублей – средства инвесторов. Особое внимание мы выделяем поиску инвесторов для наших проектов в области инфраструктуры, туристического, гостиничного бизнеса, жилищного строительства. Городом Чебоксары и правительством Чувашской Республики подготовлен целый ряд проектов с высокой степенью проработки, которые, я надеюсь, в ходе данной выставки найдут своих инвесторов. Сегодня в Чувашии реализуется более 350 инвестиционных проектов общей стоимостью 300 миллиардов рублей. Регион в лидерах по эффективности реализации программы господдержки бизнеса. Его необходимая инфраструктура – 5 бизнес-инкубаторов, 2 технопарка, созданный гарантийный фонд, агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, инновационный центр. Все это вместе с богатой историей старинного Волжского края непременно найдет отклик у иностранных инвесторов, уверены местные власти. И к 550-му дню рождения подарком Чебоксарам станет запуск новых инвестиционных проектов.